Праздник непорочного зачатия Девы Марии открылся католический университет в столице иракского Курдистана, городке Эрбиле. Краеугольный камень университетского городка был заложен в Анкаве, в христианском квартале Эрбиле 20 октября 2012 года. Власти Курдистана предоставили халдейской общине 30 тысяч квадратных метров территории. Большую помощь в создании университета оказал Маронитский университет Святого Духа в Ливане. Новый вуз открыт для всех желающих. Помимо образовательной деятельности, в университете займутся и научными исследованиями. После захвата боевиками Даиш, Масула и Ниневийской долины христианская Анкава стала убежищем для многих христианских беженцев. Однако это не сорвало планы создания католического университета.